Простой сок из алоэ – это мощнейший корнеобразователь для черенка и стимулятор в схожести семян. Замачивание в алоэ не заменит вам дезинфекцию семян, поэтому делать его надо только после прогревания или протравливания. А черенкование делается куда проще. Просто ставим срезанный побег или ветку в раствор или чистый сок алоэ, и корни будут формироваться, как на дрожжах. Листья алоэ надо срезать не с молодого растения, а как минимум с трехлетнего. Причем листья должны быть здоровыми, без пожелтений и сухих участков. Куст алоэ перед срезом нельзя поливать в течение 2 недель. Потом срезаются нижние листья, заворачиваются в плотную бумагу и отправляются в холодильник на 7 дней. Затем листик разрезается вдоль, достается сок алоэ и разводится с водой в пропорции 1:1. Ставим в этот раствор черенки и держим в течение 2-3 дней, после чего можно смело их пересаживать в горшок или почву. Для повышения эффективности можно добавить капельку меда в такой раствор. Укоренение почти 100%. Остаток раствора можно постепенно по несколько капель добавлять в обычную воду для комнатных цветов, для стимуляции роста, развития и интенсивного цветения. Но если алоэ не нашлось, хорошим стимулятором будет картофельный сок. Нужно 3-4 клубня картофеля заморозить, затем оттаять и отжать сок. Для этого надо перебить картофель на блендере и через марлю процедить и отжать. В этом соке выдерживают семена и черенки в течение 12 часов. В этом соке находится масса биологически активных компонентов, которые сказываются на стимуляции роста очень позитивно.